Вы познавахте ли его? Да, я с ним встречалась несколько раз. И, конечно, мы все очень скорбим. Это большая утрата. И он такой был настоящий молельник, настоящий священник, большой друг России. И наша церковь скорбит вместе с болгарами и с болгарским народом. Ваши патриархи дойдали? Нет. За что? У патриарха, во-первых, никто не приглашал. Во-вторых, сейчас наш патриарх встречается с сербским патриархом. Там какие-то совместные идут мероприятия в Москве. Вот. Но будет наш представитель патриарха, значит, митрополит Корсунский и западноевропейский Нестор. Он здесь уже. Тук отец Епифаний, украинский представитель на тяхната церква, смятате ли, что има напряжение? Я думаю, что не просто напряжение, это огромная провокация и по отношению к болгарской церкви в том числе. За что? Потому что эта церковь не признана болгарской церковью. И я думаю, что это абсолютная провокация со стороны Фанара. Има ли причина, за да не тук ваш патриарх, именно заради того, что тук украинский? Нет, я думаю, нет.